Пожалуйста, придумайте вопрос со словом «где». Где находится Новая Зеландия? Где вы живете? Ну, это как, наоборот, как положительное. Where are you from? А или на русском? Привет! Вы смотрите Easy Russian. С вами Вита и Алекс. И сегодня мы снова будем составлять вопросы. Давайте начнем. Пожалуйста, придумайте вопрос со словом «где». Where are you from? Или на русском? На русском. Где можно купить шаверму? Uh-huh. Где лучшие места в России? Uh-huh. Полинка, где у тебя шапка? Где находится выход? Uh-huh. Где находится Лахта-центр? Ну, это по местности, если uh-huh. брать. Где находится залив? Uh-huh. Где находится мой автомобиль? Ну, где бы вы остановились? Где находится Медный всадник? И где вы бы хотели жить? Где можно вкусно поесть? Теперь вопрос со словом «когда». Когда вы последний раз посещали музей в Санкт-Петербурге? Когда вы родились? Угу. Когда мне исполнится 19 лет? Угу. И когда закончится экономический кризис? Когда вы планируете уехать? Когда вы приехали? Когда вам будет удобно встретиться вечером? Когда надо бежать до цветочка? Когда подъедет такси? Угу. Когда у меня поезд? Когда лучше посетить бары в Питере? Когда в мире будет миролюбивее? Теперь придумайте вопрос со словом «почему». Почему вы приехали в Россию? Угу. А почему именно Санкт-Петербург? И почему вы сегодня так оделись? Почему голуби так долго ходят и не взлетают? Почему ты в футболке, а они в верхней одежде? Почему здесь не разрешают собаками гулять? Почему наш город называется Санкт-Петербург? Почему у нас в городе так много достопримечательностей? Почему все знают Путина? И почему все хотят посетить нашу страну? Почему вам нравится жить в России? Почему вы хотели уехать из России? Почему вы не сходили в Эрмитаж, не знаю, если не сходили? Ну, может, сходили, а может, и нет, а может, и да. Не сходила, да. Но хорошо. Спасибо вам большое, до свидания. На этом все. И я снова предлагаю вам составить вопросы с этими словами и написать их в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся!